Интересненько, интересненько. А что это за обнова на 2 гига закачивается? Тут про обновы вообще ничего. Что? Вот это уровень, вот это, посмотрите на него. Мазафак. Подвесочка. Шимано 105, по-любому. 105-й Шимано на нем стоит, отвечаю. Где там? Ну точно не Кларис, по-любому. 105-й Шиманочка. Ебать, втулки. СПД, сейчас я вспомню. Ты втираешь мне какую-то дичь. Просто велосипедист немножко. Так, тормоза. Ой, не дисковые, бомжары. Так, ну чё, ебать, это ж горный велик, горный велосипед. Так, 28, 29, но он должен, по идее, по горам нормально шуровать вообще. Жесть, вот это мощь, вот это сила. Вот это байк, который, ну, пиздец, просто сел на неё и поехал лутаться просто по, до там Второй мировой. Класс, подвесочка как работает. А ну, на горочку. Ой-ой-ой-ой, хорош. Так, теперь камушек. Подвесочка работает шикарно просто. Хоп, оп-оп. Не, камушек мы не одолеем. Во, жесть. Посмотрите, как работает подвесочка, господи. Я на велике захотел покататься просто. Не, ну чтоб вы понимали, я откатал, ну где-то года 3 назад, я занимался велоспортом, там всякие штанишки, хуйнички там, смотрел вот эти всякие эти. Но цены кусаются, и я забил нахер на это все. Ах, сука. Это уровень. Класс. А ну, а с пистолетом можно, интересно? Так. Ё-моё! Жесть. Вот это ганста щит мазафака. Ё-моё. Вот это уровень, бля. Ты чё, сука? Ко мне лез, сука. Ой-ой-ой! Вот это охуечка, ну еще раз хочу. Опачки. Так, шух. Преодолеем ли мы эту горку? Это вопрос очень большой и очень важный для меня. Так, вправо-влево немножко выворачиваем. Блять. Давай, ты сможешь. Что там тебе мешает? Текстуры непонятные. Давай. Ух ты, прикольно я газую. Нихера себе. Так это электровелосипед, что ты хэкаешь? Блин, ну тут, короче, текстурка не дает. Я понял. О, не. Ебать, не это имба. Это ребятушки. Ебать, это имбище просто невероятно. Просто не передать эмоции, а просто как ребенок. Так, а тут не спрыгнуть. Так, о, вот тут. Ща. Так. Всем отойти. Шаг в бесконечность. Так, ладно, погнали. Уху! Бля. Нет, так не надо делать. Вот так, как я, не надо делать. Я дурачок, мне можно. Встречайте дебила Джека. Вам нельзя. Не, ну блин, ну горный велик в скам добавили. Горный велик, господи. Так. А ну давай, ну
Блин, не, ну, ну это скам, это нормально, это скам, я даже не обижаюсь. Вот на World of Tanks я обижаюсь, а на скам не, нихуя. Что ты хэкаешь, у тебя, блин, электро... Блин, этот, сука, что ты симулянт, смотрите, какой симулянт. Он просто электро... Велик, блин, там стоит моноколесо, которое само вырабатывает электричество, блин. Ах ты ж симулянт, блин. Даже рот не открывает, сука, ленивый симулянт. Угу. Так, надо выпить немножко. О, вылить или пить? О, они поменяли, красавцы. Просто было вылить и выпить. И я всегда путал и выливал воду. Молодцы, красавчики, работают над игрой, нравится. Нравится! Бухаем за друзей. Так, теперь лайфхак от Розе. Смотрите, у вас есть калаш, да? Представим. Постреляли, да? Зомби перезарядились. Оп. У вас три обоймы. Представим, у вас три обоймы в магазине. Ой, в магазине. В рюкзаке три обоймы. Представим, да? Вот. Две обоймы в рюкзаке и одна на калаше, да? Вам надо было заходить. Там, блин, ну с какой же я стрелял? Блин, разрядить. Разрядить. Блин. И наводить патрончиками. И смотреть, какую же надо было зарядить. А вы просто нажимаете, зажимаете G. Не, ну, перед этим вы выставляете в быстрый слот свою, свой магазин с АК-47. Выставляете руку. Это. А почему вы скажете, я выставил это? То, что вы потом просто берете обратно в руки автомат, ложите его в рюкзак, через спину, и опять прожимаете G, зажимаете, правой кнопкой отменяете, и он берет следующую обойму. Потому что это так не работает, если вы выставите, вот, разрядить, вот. Выставите обойму, да? Он возьмет целую обойму. Он целую возьмет и будет ее брать, 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 брать. Брать, брать. А вам надо ту зарядить. Вам, ну, блин, заходить, вот так взять в руку. Ну, блин, это не то. Вы просто выставляете руку, вот, да? Вы теперь не можете через троечку брать, но вы можете зажать G. Зажать G. И у вас анимация произойдет китка, броска. Теперь, ну, вы обратно ложите. Хоп. И он берет пустую обойму. Пользуйтесь, ребятушки, лайфхаком от Розе, пожалуйста. Давайте еще раз. Давайте еще раз представим это все. Берем, да, хоп, у нас калаше. Обойма. Заряжены. Мы постреляли, да? Там в одного. Постреляли еще со второй. К примеру. Теперь у нас две обоймы. Немножко без патронов. Но мы не можем узнать, какие без патронов. Мы просто зажимаем бросок. Он берет в руку рожок. Заряжает. На двоечку нажал. И он ложит обратно в рюкзак. Но опять зажимаем бросок. И он берет следующую обойму. И дозаряжает ее.
как велосипед, велосипедист со стажем, говорю, это просто, ну, они чётенько передали, они просто, блин, я не знаю, они там наняли каких-то велосипедистов, они просто чётенько передали то, как работает подвесочка и будет себя чувствовать велосипедик в такой ситуации езды по неровной поверхности. Ой, блин. Не, ну пока это не доработано. Думаю, они подправят.